Скажіть. Ви бендіт схварті атін, войсу сценин, кондучі рядати діланої дінцари, карі промовязи нічні ідеї фалси, думневостри дискредита стати Європа, ша сазжунди тіпу, казбапари рилкін рочаста. Ну, фашизмовой! Ну, фашизмовой! Ну, фашизмовой! Ну, фашизмовой! 9 мая, день победы! У нас, к нам сегодня присоединились и представители ветеранской организации разных. И хочу предоставить слово товарищу Еремину. Вот кому-то, кому, но ему есть о чем сказать. Дорогие соратники, еще раз, почему мы тут, у Мажейкис? Потому что Мажейкис и евродепутаты просто уже много лет набрали в рот мамалыгу и молчат, как издеваются над молдавским народом. Это власть. Разве это власть, которая отбирает у людей, и особенно у пенсионеров, тот самый прожиточный минимум хотя бы? Как можно этим европейским дипломатам быть в Молдове и молчать, как издевается власть над народом? Антинародные законы, антинародные отношения. Ни разу эта власть или ее представители не встречались с ветеранской организацией, самой крупной в республике. Ни разу эта власть не подала руку помощи. На любые обращения отписки в соответствии с законом так должно быть. Это просто идиотские отношения. Залезли в карман самых простых людей. Этого терпеть действительно никак нельзя. И как было Ян Кивон из Вьетнама, дойдет свой Ян Кивон из Молдовы. Сколько мы можем терпеть это поганое отношение к людям? Вы посмотрите. Осталось в Кишиневе 8 фронтовиков, и всем их вокруг 100 лет и больше. Остались вдовы ветеранов войны, остались труженики военного тыла, остались узники. А законы? В соседних странах есть законы о детях войны. Это же дети, которые в те годы так трудно перенесли те годы, и сегодня тоже в очень сложном положении. В Украине есть, в Беларуси есть, в России есть, в некоторых странах Европы есть, в Молдове нет. Протянутой рукой Майя Санду ходит, собирает деньги по Европе. И куда эти деньги расходуются? Ни в коем случае на улучшение положения ветеранов, положения людей, положения всех людей Молдовы. Этого терпеть нельзя. Что они придумали с этим Днем Победы? Это издевательство. Правильно говорила до меня. Освободили Европу благодаря Красной Армии, благодаря Великой Победе, которой везде этот день, 9 мая, прогрессивно празднуется. А тут они пытаются отодвигать. Придумали снос военных памятников. Это же геноцид. Это же преследование людей. Это бандиты у власти, никак не иначе. Что это такое? Будем разве мы это терпеть? Нет. 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 Поэтому День Победы был, День Победы есть. И в любой ситуации День Победы будет. Вместе. Победа! 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 Браво!